Так, всем привет! С вами Лилия Донскова. Это видео я посвящаю сторизам. Как их записывать, как их обрабатывать и что делать с ними классного. Итак, зашли в свой Инстаграм. Слева, внизу, видите домик, нажали. Наверху фотоаппарат слева, нажали. Тут у нас появляется я. Вот она я. То есть мы можем в сториз записать. Например, я выбираю свободные руки. И, например, вот записываю сториз. Он идет какое-то время, я могу его остановить, могу начать его выкладывать, но если оно мне не нравится, я его могу сделать назад и могу выбрать из того, что у меня есть. Например, у меня есть фотки какие-то. Давайте фотки. Вот, например, мне нравится фотка, я хочу ее выложить в сторис. Или видео. То есть вы можете заранее наснимать роликов коротеньких до 15 секунд. А бывает такое, что интернет плохой, я тогда просто снимаю видео много-много-много, потом их подряд выкладываю. Главное делать все правильно. Смотрите, дату берем так пальчиком и убираем в мусорку. Следующий момент. Снизу выдвигаем пальчиком вот такую заставочку. Выбираем место. Геолокация называется. Самое главное, Саратов, Россия. Потому что я заметила, что ищут в основном по геолокации. Не по хэштегу, не по описанию. Именно геолокация. Что мы здесь еще можем делать? Хэштег. Например, я пишу прическа. Прическа. Убавила. Видите, сбоку я сдвигаю с двумя пальчиками сразу и до любого размера. Сдвинула. Опять выдвигаю. Могу опрос поставить, там, нравится прическа или нет. Там, что угодно. Опросники, кстати, тоже прикольно работают. Не хочу их ставить в мусорку. Могу написать текст. Смотрите, справа в верхнем углу две буквы А. Нажимаю на них, пишу текст. Там, что я напишу? Зимняя сказка. Зимняя сказка. Поставила галочку. Сжала, подвинула куда-нибудь на видное место. И все, если мне все нравится, все устраивает, я нажимаю на плюсик, и моя история публикуется. То есть это как мы видим, вокруг появляется красное такое, пульсирующее, все такое классное. Если люди сюда нажмут, то пойдут сторизы. Так, у меня что там еще прямой эфир. Ну-ка, нажимайся, давай. Верю в тебя, ты сможешь. Тут не работает. Ну, пожалуйста, давай, хочу показать. Так, ну что-то не нажимается. А, вот, нажалась. Так, это был прямой эфир, а вот тут истории снизу. Я выбираю истории, и у меня их, видите, сегодня уже 1, 2, 3, 4, 5. Вот еще одна. А, я их все выкладывала. Ну, все. И пошел прямой эфир. Все, ребят, всем успехов, отличных вам сторизов, потому что сторизы смотрят больше всего. Помните, геолокация, самое главное геолокация. И не просто выбираете, там, например, вы сидите в ресторане или в каком-то парке, просто свой город, город и Россия. Все, до встречи, всем пока-пока.